Будь ласка. Ну, так что вы все-таки видели? Как же вы не заметили? Мы же сегодня над моей Украиной дрались. А как тут заметишь? Те же поля, дороги, села. Нет, а воздух другой. А небо голубее, и земля зеленее. Командир, насчет зелени у нас в Сибири. Ну зачем, дорогой, Сибирь? Приезжай по Курьяне. Ты там посмотришь, что такое зелень. Там гора. Ты Енисей видел? Не видел. А ты Цхенисхаль видел? Поехали. Из Таврии, юг Украины. Степь ровная, как стол. Колись тут чумаки по сіль їздили, на чумацький шлях поглядаючи, млечний путь по-русски. И песни такие же бесконечные, как степь. Ой, у лузі, лузі червона калина. Ну, вы понимаете, что это не вокал, это эскиз к вокалу. И вот теперь вы услышите лучшего солиста первого украинского, бывшего воронежского, будущего солиста Большого театра. Очень большого. Очень большого театра. Старший лейтенант Скворцов. Ніч, яка місячна.